Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем Battletech. И погнали смотреть. Что у нас есть? Робот, по-моему, у меня есть. Ну да, 5 штук. Тандерболт есть. Ну все, это основное, что Тандерболт есть. Казармы тоже все хорошо, по-моему. Не уверен, но по-моему. Ну вот я уже сразу 4 вижу. Так, погнали. Там Фортресс, финансовый отчет. Мы переживем 2,5 ляма, еще бы не пережили. Так, поперли контракт. Ну, собственно, что? Тут осталось одно задание Реконкиста. И можно лететь другим мирам. Перехватить мехов, атака и защита вообще прекрасно. А, перехватить мехов, уничтожить базу, защитить базу, еще и защитные системы. Ну, ок. Ок. Ничего, не меняй, все по дефолту. Так. У нас на Болтяре никого нету. Ну, это мой Болтяр, поэтому на нем буду я. Так, Трибушет, понятное дело. Грифон, ну да, Инфорсер. Можно Инфорсера было бы на Росомаху заменить. 55 тонн лучше. Там лазер. То есть тут 20-ка. А там лазеры. Но Росомах, конечно, довольно крепкая собака. Лазер и РМДхи. Инфорс просто, мне кажется, все-таки, ну, слабоват. Или еще одного грифона взять. Греются они. Сон 55-тонника этого. Это вообще радует. Второго болтяру затащить. Ну ладно, ладно, все, поехали. Лучший враг хорошего. Лишние 5 тонн, я думаю, все-таки погоды не сделают. А АС-20 это АС-20. Как ни крути, 20-ка является самой ядреной пушкой в игре. Жахнет так жахнет. А можно спорить насчет того, что там ЛБХ-10, дробовики вот эти здоровые. Может быть, они тоже, но мне кажется, нет. А кроме того, тут гаусовки. Нет, гаусовка еще приличная. Ну, в МВО, в реальном времени, от первого лица из нее очень неудобно стрелять. Ну, там за счет удержания. Нажимаешь кнопку, мощность пушки нарастает, отпускаешь, стреляет. А передержал, по-моему, перегревается, либо там что-то с ней нехорошее происходит, по-моему, если передержишь, по-моему, так. В общем, я ей почти не пользовался, я ее поставил, офигел от этого и убрал. Ну, так гаусовка штука, конечно, классная. В сеттинге она хорошая, считается. То есть гауссовая пушка, она прям ядреная. Но вот в одной игре ее сделали так себе, а в этой игре ее не стали делать. Жаль, жаль. Ну и что же захваченную базу? Не понял. Атака и защита. Нейтрализуешь штурмовую команду, уничтожишь захваченную главную базу. Ну, короче, заманчить роботов, уничтожить базу. Ну, так нормально. Не, я думал, просто против роботов будем, против звена. А тут даже и не так все вовсе. Такой, что за айсберг такой? Странно. Тут такой же. Это облака, наверное. Ну, смотрите, как будто айсберг торчат из моря. Ну, я не посмотрел, кстати, какая планета. Может, это просто замерзшая. Замерзший хорошо, перегреваться не будет. Давненько что-то в МВО не играл. Так, ты что замерла? Решила мне игру повесить? Не, конечно, не против в другой системе прыгнуть. Ну-ка. Не, диском крутит. Еще не повесилась. Но она может повесить. Ну. Давайте поузну пока. Ну, прекрасно. Не повесилось. Ой, совсем другая на вид планета, да? Спасибо, что заскочили на огонек, Арго.
Всегда, пожалуйста, командир. Наша задача уничтожить базу, захваченную террористами из корпорации Капелланская Конфедерация. Однако, прежде чем вы сможете ими заняться, вам придется перехватить другой отряд. Капелланская Конфедерация уже близко. Мы будем не одни, база оборудована турелями. Однако против серьезных мехов они долго не продержатся. Вам необходимо отвлечь внимание противника, иначе уничтожить дружественный нам комплекс. Единственный способ полностью остановить натиск – уничтожить командование противника. Для этого нужно разрушить вражескую базу, это и есть ваша основная цель. Ну ладно, встречаемся, ладно. Етиск, ты сила. Ладно, поехали по порядку. Уничтожить захваченную базу. Yes. Защитите базу. Ага. Эвакуируйтесь. Хорошо. Вопрос. Что я должен делать в первую очередь? У меня есть база, которую уничтожить надо. И есть база, которую нужно защитить. Они расположены, черт возьми, в разных местах. Что-то я не очень понял. Получается. Эвакуируйтесь. Тут я защищаю. А мне что, отряд разделить надо или как? 9 раундов до прибытия. А я успею за 9 ходов добежать туда? Я, наверное, не успею. Ну, отметили-то эту базу, я точно не успею. Good to go. Ну что, сбегать или нафиг? 3 строения надо выпилить. В принципе, саблезубка сможет. Попробуем. Move order received. Good to go. Опачки, я понял. Командир. Фиг ли командир-то? Нас тут бить собрались. Пошли. Так, сзади к этой базе, ну, ни одна задница к ней не подойдет, я так думаю. А, столько тут. Вот это что такое? Будущая зона эвакуации. Хорошо. А ты после спринта... мы все тут можем, да. Piece of cake. Какой piece of cake? Ну, в общем, хорошо, что сдвинулся. Вперед, но... Волны подкрепления, я что-то не понял, откуда будут идти. База-то вон, но как ее долбануть? Ну ладно, допустим, я снесу волны подкрепления. То есть сначала обороню свою базу, потом захваченную буду долбать. Это что такое прилетело? Это вызов. Лавив ли я? Ну там по уклонению фигня все. О, строкотонника идет. А, цикада. С большим лазером, если я правильно понял. Так. Айсбокс, то у нас кто? Грифон, понял. Даже стрелять не буду. Конечно, good. Что там по грифону летит? Опять какой-то ракетный удар. Сейчас со всеми разберемся. Бук. На инфорсере. А давай это уж долбай. Рука уничтожена. У тебя ближнего оружия никого нет. А, он лазер. Плюнул ему в мордочку. Падать будешь? Не будет падать. О, ведро. Ну, с ведром понятное дело сейчас. А для ведра у нас есть товарищ. У него, конечно, хорошее уклонение у ведра. Ну ладно, держи. О, мимо, жалко. Надо было рукопашку.
Ход союзника. Кто союзник? Так, союзник наколдовал. Союзник пипцы. Прекрасно. И робот отоварил в правый торс. Падай давай. А что он не падает? У него восклицательный знак. О. Нет? Тебе не хватило? Непонятно. Серьезно? Damage minimal. В том-то и дело, что минимум. По три бушетки стрелять. Так, сейчас с этой буду дружить. Там это. Скромнее. А, с огнеметом даже. О, как. Под ближний бой заточено. Флеата. Блоха, да, вроде. Ну что, дайте мне ход. И кто-то там ракета им пуляется. Так, саблезубка. Давай, погнали. Двойной удар туда и туда. На А, на Б. Огонь. Не взорвалось. Ну так, потрепали. Цикада. Ну да, она к требушете не бежит. Нет? Не требушете? Не, Минфорстер. Ах ты ж какая зараза. У нее там пипец что ли стоит? What up, boss? А давай, подружимся. Position confirmed. Ну, долбанули нормально. Уклонение потеряно. Ух ты ж, какое просвистело. Не, ну это вряд ли танк. Давай вот этого долбанем. Мелкого засранца. Промах? Несерьезно. Нател лазером. По шляпе. И ведро идет. Но ведро уже идет малой скоростью, между склонением не очень. От турели-то отстань. Во-во. Понял. Я могу еще один залп дать. Мне это не нравится, конечно. Ну ладно. Огонь. Перегрев. Вот это я зря. Сильный? Ну, упал, да. А у меня перегрев. Немножко структура повреждена. Ну, перегрев, да. Куда деваться? Кто там стреляет? Почему я его не вижу? А как-то... Погодите, он какие-то патроны потерял? Я только что увидел. И чё? Он пережил. Косы у меня союзники, если что. Но перегрев, конечно, смачный. Так, битый команда тут ходит. Почему так медленно, я не знаю. Да едет в пень. И сзади. Я всем теперь в рукопашку буду воевать. А вот это мне пушки будут сшибать в городе, да? Точно. Турель, держись. Да, там еще 20 тоник идет. Командир нескольких бойцов сосредоточили вокруг комплекса. Если мы добьем их, нашим клиентам не придется заниматься самим, а мы получим премию. Какие? Покажите, и я по ним пальну. Прощай, дурак. Нет, структура раскрыта, нормально. Так. Ну, потому я не могу. Вообще, для РБД все очень близко.
30. Угу. Так, прекрасно. Судой и... Давай вот этого. И судой. А, это у нас цель Б. Вот так. Огонь. Ну, прыжковое две глу это было не очень. А вот этого выбили. Прекрасно. Тут бегает. Цикады. Ну чего, рвешься к городу? Не, пинка мне давай рвется. Сейчас, сейчас, сейчас со всеми разберусь. Пулеметчик, черт возьми. Так, хорошо. Айсбокс, это грифон. Блин, где тот зараза? Вот это что ли? Флея. Да, похоже. Отковать. Рука, нога, бок торса. Падай. Минус к инициативе, прекрасно. Кто теперь следующий? Вот там козлы еще идут. Да, да, да. Издалека пострелят. Блин, они по турели лупят. Вот гады. Все, турель уничтожена. Но они, она не считает строением. Давай, флиай туда, долбай. Цита уничтожен. Приехали. Пробивной удар, это что такое? Ага. Кто следующий? Ну вот этого, наверное, надо. Ай. В плюсовый лазер мне критическое попадание. Какое счастье. Атаковать. Обе ноги уничтожены. Все, он приехал. Вот это было неожиданно. Получено достижение мордоворот. Ну, это сейчас, я надеюсь, базар стреляет. Нет. Ну, чё ж так слабо-то? Вдохновение. Вдохновение хорошо. Чё там бежит? 20 тонн еще очередные бегут. Это мелочь. Лакуст. Так, я 75% волны перехватил, уж не знаю как. Команда. Так, ага. Давайте опять двоечкой. Раз. Два. У меня перегрев. Тогда просто огонь. Беспощадный огонь. И ей пофигу. А, у тебя кроме пулемета ничего не осталось, да? Понятно. Commander. Так, это грифон, да. Пни. On my way. Engaging. Не хрен тут. One left target. Прыгнул, что ли? Блин, ну до сих пор красный. Armor может и лоу. Давай вот на этого. Кто бы там ни был. Блин, у него уклонение охренительное. Ой, там еще робот. Ёлки. Это я зря вышел тогда. Ой, как все хреново. Да, с меткостью вообще не лады. No joy. 60 тонн, вот это серьезно. Райфлмен. Вот это злой товарищ. Оу, вот это прям вот злой. И ногу оторвал. Вот это прям пришел орел. Так, а вот теперь у меня пессимистичный самый прогноз по поводу того, что самое вообще может быть.
Ну давай, раз с того сбиваем. Пойдем туда. Рэфлмен, блин, зараза та еще. О, я его вижу. Но в него стрелять не могу почему-то. Ладно, давайте в эту. РМДХ. А П-20 я приберегу. Огонь. Ну ладно, правую руку ему оторвал. Блин, что с Рафилманом-то делать? Здоровый. А еще тут свои волны какие-то подкреплений. Я уж не знаю, откуда они берутся. То есть они еще не прибыли. Yeah. What can I do you for? Coordinates received. Требушетина, там-то кто у нас? А, там Грифон. Ёлки. Как все запущено-то. Заводим. 90, давай. Ну, он малость перегрелся. Грифон решил уйти. Правильно, ничего связываться. Но он тоже гретый. Ой, как вы этого упавшего-то пинаете, заразы. А я даже опасаюсь отходить к базе, потому что... Так, понятно, все туда. Ну, мелкого еще можно, ну ладно. Потому что они же базе-то наваляют по первое число, у них калибр-то большой. И мне не нравятся вот эти волны подкреплений. Тут насчет раундов прибытия какая-то ботва странная. А ничего от тебя не отвалится? Ничего не отвалилось. Жалко, я бы хотел. Так, ну, они перегрева не боятся. Просто он своих страшных пушек будет так лупить, пока не завалит. Пушки страшные. Левая рука уничтожена. Что у меня в ней было? АС-20. Перегрев включен. Вот это шикарно. Слушайте, он отморозок. Он реально отмороженный. Выбежал, вылупил вообще из всего, из чего было. Так, у меня будет перегрев, да? Нет, перегрева не будет. Если АП-20 включу, будет. Я вот два лазера выключу. Огонь. Хорошо вломил. Да я вижу, что его кританули. Встать. Надеюсь, я 20 осталось при тебе. Да, 20 осталось. 54. Огонь. Не попал. Да? Дайте мне ход, пожалуйста. Не, ладно, понятно. Лоб, черт с ним. Ну да, 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 ты до болта докопаешься. Болт перегрет, кстати, напрочь. Ему сейчас надо вот этого бить на самом деле будет. Так. Все, перегрева нету. Перегрева нет. Получи. Хоть что-то в центр торуса там прилетит, нет? Похоже, нет. Кого? Ну, конечно, этого инфорсера. Но он одной пушкой пользуется. Standing by. Давай всех стволов поэтому. Может, что отвалится? Нет, ничего не отвалится. Бук. Блин. Стреляй в эту шушеру. Наконец-то. Если он проснется, нам хана. Давай в рукопашку. Это защитники были вражеской базы. Вот что. Вот 67% написано. А у меня еще волны подкреплений.
Пойди. Опять перегреб, да? Ну давай, в пузике. Yes, commander. Так, а ты можешь жахнуть? Можешь. Структура только раскрыта. А, вот ты РБД хоть пулял. Команда. Ага. Ну вот этот вот уже прям инвалид. Ну прыжковый двигатель уничтожен, вообще несерьезно. Два хода, два на подкрепление. Я уже битый, как не знаю кто. Смотреть противно. Че, с Грифоном драться будешь, нет? Нет. А, трибушет, да пожалуйста. Ему все равно мало пинков достается. Так, надо как-то выйти, чтобы своего не задеть, да? Пойдем. Мало с перегретой, поэтому какую-то с пушки я отключу. Я двадцаточку включу, а лазер включу. Огонь. А, нормально, бок торса. Чудно включил. А, по нему база начала это. Колдовать. О, попали. Молодца. Что уничтожено? Прекрасно. Так, движется подкрепление. Здорово, я рад. Yes, command. Waiting for orders. On my way. Давай, Бук, уходи. Ты у нас вообще шатанный. My mech is limping. А чего его мех? Я не понял, ну ладно. Orders. А ничего, на месте стоим. Так, вы тебя вот надо туда развернуть. Угу, стой. Ну, я сам по себе, я думаю, остыну. Не буду сброс производить. А что он стоит? Выбрать теплоноситель. 50 в раунде. 4 раунда перезарядка. Не, пока не буду. Ждем. Только что выстрелил очередной отряд. Хорошо. Ох ты, там танк. Надо торопиться, то он еще бойцов подтянут. Мне надо защитить базу корпорации. Я не могу отсюда уйти. Галант. What's up, commander? Ну лови. А этим могу? Ну вообще могу, по идее, но... Не добивает. Ну, я его, конечно, втащил, но не сильно. 50 тонн, ну, понеслось. Я так понимаю, меня тут метелят. Ай-ай. Так, что уж там, как Галант, мне интересно. Не скажешь, да? Ну, ладно. В атаку. Я, наверное, слишком увлекся, да? И Грифон у меня перегрет. Так, что там у нас? Ассасин и... Блэкджек. Ну, не очень крупный, конечно. Мне тут Галант не нравится. А давайте вот так. И даже вот так. Вроде без перегрева. Пошел. Ничего серьезного не оторвало ему, к сожалению. Ну, ладно. О, с двумя пушками бежит. Standing by. Чё, могу? Ничего не могу. А развернуться, чтобы отсюда постреливать? Ну, это я могу. 70%, давай. Вот так. Очень я опасаюсь, что чем-нибудь серьезным по мне жахнет. Ну, ассасин прыгает, хорошо.
Я немножко выйду вперед относительно своего побитого товарища. Так, кому вломить? Наверное, ассасину потрепанного. Фокусить так фокусить, да? Хотя у него здоровое уклонение. Вот у этого поменьше. Ладно. Это уклонение, так уклонение. Так, ладно. А тебе? Чуть побольше, да? Ну, блин, не очень. Первый ходит вот этот. Ну, давай ему втащу. Очень большое уклонение просто, мне не нравится. Ну, не сильно я его потрепал. Так, союзники пока ничего не могут. Далековато. На самом деле, может, стоило бы их поближе подкинуть. Ну, у тебя откуда? Да кто ж оттуда-то пуляет? Отходить надо, короче. Тут меня будут бить. Возможно, ногами. Мне кажется, это база пуляет. Так, вот отходит первый. Поэтому лови, дорогой. Похоже, террористам удалось запустить туннель. Турели, я понял. Я сам это вижу, что похоже, да. Так. Ассасин. Ну, конечно, по инфорсерам. Кому же у него брони вообще не осталось. Вообще, копейки. Yes, commander. А чё, отходим? Moving out. О, сейчас меру возможностей жахну, конечно. Так, что я могу, что я могу? РМДхи. Я ему уклонение позабиваю. О, левую руку оторвал, тоже неплохо. Так, Блэкджек. О, сейчас тут опять по инфорсеру долбанет. Нет, смотрите, он хочет по этой долбануть. По базе. К базе подкрадывается. Блин, я три волны не выдержу. Ладно, две еще. А потом еще базу штурмовать. Ну ладно, базу штурмовать это не обороняться, это немножко другое. Ух! Как хорошо пошло. Я вижу, что негатив. Ну что, ты выбежал в мои боевые позиции. А, конечно. По инфорсеру. Ой, правая рука у них тоже. Все, он безоружный. Да, видим. Да, я отхожу, чтобы под удар ракетный подать фигни. Так. Ну давай вот в этого. Перегрев, да, уклонение, конечно. Ирандыхи. Ирандыхи ни о чем. Лазеры. Лазеры тоже на самом деле ни о чем. Ну давай. Правая рука, правый торс. Неплохо. Но у него в корпусе наверняка. У него в корпусе какие-то чехреновины наблюдаются. Наш ход. Так. Там зараза ходит. Давай вражеского инфорсера причешу. О, 54, давай. Авось пробью. Был ЦТ уничтожен, все, он приехал. Вот это был хороший удар. Да вообще шикарно. Бодаться. Бодаться-то зря. Кстати, ему хватило ходов добежать даже. Грифон перегрет. Давай, атакуй. У него пузо пробито вообще напрочь. Если он уже в СТ прилетит, он в СТ прилетел. Это мы только первую волну подкрепления выписали, да? Ага. Вот там прячется дятел. И пойдешь моего инфорсера пинать. Смотрите, а он целый Блэкджек.
Нет, он будет занятный. Возьмите огонь на себя или нам конец. Yes, commander. Move order received. Ну, я даже не знаю, но пойду попробую. По-хорошему, мне его убирать надо, у меня, в общем, 3 робота осталось. Пойдем. У меня перегрев. Тоже печаль, а он свеженький. Поэтому побоюсь, он успеет жахнуть. Так. А, ну мне ничего не включи, это... Да. На тебе. Минус пушка. Чем мог? Но у меня, кстати, снаряд хватает, кончается КС-ки. По нему сейчас еще база стреляется. Ну там такое. База слаба. И они в первую очередь вышибают турели, я так понимаю, да? Подкрепление капитанской конфедерации. Это враги движутся. Здорово. What's up, commander? Чё WhatsApp? Стрелять WhatsApp. 18 нет. Просто выстрел. Так. И смотрим. РБДхи. Чё, даже лазер отключить? О, как. Не писа кейк. Все хреново. Пошел 5 спец. Типа огреб, да? Но блин, он по зданиям все равно может стрелять. Дальнобой недостаточно. Нет? Не может? Нет, он не может стрелять. Commander? Я могу вот так рвануть. По пути подостыть немножко. Команда. Бук, тащись вообще отсюда нафиг. Ты бесполезен. Сетевой сейчас плевком можно убить. Я его загоню просто на базу и пусть там стоит. А, во, могу. Давай. Перегрев опять же. Ну ладно. Надеюсь от всей души, что следующий будет слабее. Нет. 69, давай в ногу. 24 патрона осталось. Давай остальным всем. Восемь и четыре это 32. Вот так давай. А может. А? Нет. На тебя в ногу. Он пережил в ногу. Надо было просто корпус лупить. Ладно. Да не, но он крепкий. Он реально крепкий еще. Вот его сейчас пушка. Офигачила. Попадание в голову, пилот ранит. Хорошо. Еще куда-то ему там влепили. Надо было в корпус убить. На месте. Хорошо, становится жарко. И, блин, не спорю. Мне эту бы волну допинать. Давай. Левый торс. Остальным надо туда. Ходят, ходят. А, блин, на другой экран убежал. Ну, ладно. Так, саблезубчик. Кто там? 45 тонн, 50 тонн. 50 тонн, какая-то фигня ездящая. Так. Требушет пошел туда. Я на свой, наверное, пойду встречать эту фигню ездящую. Так, с двух. Ты сдохнет уже, наконец. Не, он живой. Мне сейчас этого инфорстера выпилят, да? Виндик. Кипятильник гнусный. Good to go. Уходи. Форсом ковыляет нафиг куда-то.
А что делать? Надо убегать как-то. А вы по... А, они к базе туда пойдут. Они могут пытаться отсюда зайти. Побежали за одной остыну. Там кто? Блэк Джек все крутит. Ну ты будешь стрелять по... Нет, не поэтому он будет стрелять, козел. Уничтожено ранение не получено. Там кабина специально стоит. Вот зараза-то, а. Промах, промах. Айсбокс там вот так и будет гонять, я чувствую. Куда же идут? Да, блин, покажите. Я надеюсь, они тут не по долине пойдут, потому что по долине это трындец. Отковать. Неустойчивость. Сраться. Опять он ходит? Что за щитерство? А, потребуешь туда, норм. Требушет пошел. Надо с теми разбираться. Там танк какой-то, да? Техник 60 тонн. Тяжелый, кстати, техник. Виндик. Тоже требушет. В руку. А, не хочу. Ага, лазером могу. Ну давай. Ну так мы немножко. Отвлечем от города. Еще требушить нужно. Да, вторая требушить. Чем моем? Блин, он по городу лупит. Зараза. Атаковать. Хоть на что-то способен. Правая нога, нормально. И лазером еще прижечь. Все, выпилил, да? Да. Бастион. Напряглись. Он крепкий. Он пока не битый, все хорошо. Через два хода прибудет еще одна волна. То есть это минимум будет их восьмеро. Не, ну это безнадега. А он стреляет по одной из зданий. Ага. Вот что хочешь, то и делай, да? Давай, пойдем посмотрим, что там за танк. Если это танк. РБД. Ракета малой дальности. Ага, хорошо. Требушет, требушет. Винтик. Я, по-моему, по-первому по винтику что-то жахнул, да? Да. Ну чё ж. Не будем отменять. Перегрев. Может в груда кому зарядить? Может повезет? 18, ну боком стоит. Вы все боком стоите? 18, вы все боком стоите. Понял, значит по-ближнему, только обычным макаром. Куда прилетит, как говорится. Ничего не отвалилось? Жалко. А, вот там вот. Пушки лупят. База, она помогает, конечно, но елки. Ослаблен сенсорами, но это такое. Потеряно уклонение. Я слишком поздно их выскочил, они уже навелись, по-моему, на базу. И РМД сейчас мне тут будет стрелять. Они по городу. Движется к нам подкрепление, спасибо. Чё к нам, чё к нам только не движется. Блин, все перегретое. Обалдеть. И боезапас кончается.
Давай пойду требушету жахнем. Опять же таки, я прицельно никуда ни во что хорошее не могу попасть. В ногу. Такое себе. А вот это могу куда-нибудь попасть, я думаю. Он-то ко мне пузом стоит. Да, давай. А, без перегрева, без перегрева. Вперед. Ну, что-то как-то... Неустойчивость, конечно, неустойчивость, но что-то как-то вяло. Ты куда к городу опять пошел? А, не, нормально, сюда. Правильно. Ничего. Айсбокс, ходу. Не такого ходу, вот такого ходу. У меня тут сил не хватает. Стрелять некому. Так, ну я вообще всеми вышел. Не по городу. По городу, блин. А у меня осталось 3 здания. Фигово. Так, ты вообще уходи. Куда бы тебе уйти-то? А, там еще какая-то шляпа выходит, поэтому вот сюда в лес пойдем. Стой, готовься. Надеюсь, мне ход дадут? Не, мне не дадут, там винтик бегает. Но, опять-таки, отвлечен от города, поэтому все хорошо. Оу. Держись. Не хотят от него отставать. Да какой нафиг? Так. Атаковать. Левую руку мало. Ну, кританул я его, конечно. Тоже неплохо. Город фигачит. А еще... Че, все, турели не осталось? А, нет, есть. Стал уничтожен, молодец, город. Ну, хоть такая помощь. Конечно, по городу, да, по городу лупят. Две новости. Хорошо в том, что больше десантных кораблей поблизости нет. Плохая, к вам приближается очередное копье противника. Че там у нас? 50, 30. 30. Ну, не все большие, но что-то я уж совсем потасканный стал. Да и тут, видите, много всякого. Так, все, эти побиты. Вперед. Мягко говоря, вперед. И давай Рамдех попытаемся уничтожить. Вот так перегрев, да, я понял. Она вроде не сильно бронированная. Так, ты куда побежал? Вот его надо было долбануть, кстати. Структура раскрыта, это на ноге, видимо. У меня прицельно в ногу лупил сейчас. Да, армор-то бричт. Вот Грифон пришел. Грифон, выбери кого отоварить. А? Требушет. Ну, Грифон может, он свеженький. Или вот этого, давайте вот этого. Так, а ты, может, ему в грудак зарядишь? Было бы здорово. 54, да, давай. Ногу не оторвал? Не оторвал. Ну, вломил хорошо, на самом деле. Так, требушет пошел по городу пулять. Он пушечный. Смотри, какой он... Смотри, этого маньяка. Осталось 2 здания, да. То есть он решил любой ценой. Так, ты уходи. Ты просто уходи. Я просто прибью тут нафиг. Вообще лучше в город уходить, но на город много желающих. Так, там машина поехала. Нет, это робот ходит. Так. У меня немножко перегрев, поэтому пошли бить вот так. Падать будешь? Падает, да? Иногда он пилот ранен. Не убит. Ну, выбили его, да.
Так, а там трибушет стоит прям целенький, смотрите. Так, давайте его. Мало, мало. Союзник слабоват. Ну, сенсор ослаблен, но это все такое. Мне сейчас там отметили все здания. Вот, ты подъехала хорошо. Ну, по-моему, да. Ух ты, смотри, вот смотри, как у него правую ногу выбил. Вы посмотрите вот на это. Правый торс, правая рука. То есть он подъехал и просто... Просто мне от робота оставил половину только. Вот так вот это выглядит. Жутко читерская машина. Ненавижу. О, все. Проигрыш. Они прямо издалека пуляют. Вот, а эта скотина наводит. Good to go. Атаковать. Ну так его надо было добивать, но я до него дойти не мог. One for the scrappy. О, трибушет вернулся. Нет, он к городу бежит. Погодите, я не пойму, куда он бежит. Он к городу бежит или куда? А, он в моего стреляет. В торс. И смотрите, Thunderbolt'а брони уже не осталось. После того, как по нему эта машина постреляла, все, ему кирдык. Так, это кто? Это Виндик, елки. Погодите, а трибушет-то где? А, вот. Не, погодите, вот трибушет. Грифон, давай ты его это. Тогось. Ну реально пипец. Так, ну прицельно, не, прицельно не буду. Потому что прицельно там некуда особо стрелять. Так. Давай. А я хоть немножко в него попадать буду? Я в него вообще не попал. И там ползут эти. Нет, не смогу. Они просто дальними сейчас отметили. Еще одно здание. Все, осталось последнее здание. Осталось еще одно здание, я понимаю. Так, бук. Я не знаю, куда его спрятать. Но я этого ничего не переживу, поэтому... А если переживу, мне неким базу уничтожать. Я не знаю, кто у меня дойдет уничтожить базу, потому что там турели. Он еще встает раньше меня. Ну чего? Добьешь? Добьет. Ух. Пилот летальный урон. Но это опять читерство. В голову, но исключительно летальный урон, да. Ну, можно чуть-чуть побегать, но это бессмысленно уже. То есть Thunderbolt вынесла ракетную установку. Одним набегом просто взяла и вынесла. Чё? Уе-то. Yes, commander. Ах, это с лазерами осталось. А чё с лазерами-то, ёлки? Интересно, а мой... Ну, не, главный герой, по-моему, бессмертен. Ща, до тебя грифон доберется. Не, ну два робота это не серьезно. А его и не пробил. И там 50 тонник идет. Yes, commander. Hunkering down. И 60 тонник. Не, если бы не тот танк,
который Thunderbolt уничтожил. Можно было бы еще это, повоевать. Но танк это пипец. Блин. 65-тонного робота с одного залпа выпилил. Еще оставил другому немножко. Ну и вторым Виндик встал и одним ударом убил. Красота. Куда я могу влепить? Давай, в пузо. Блин, он не ломается даже. Включен режим неуязвимости. Все. Там пришел трибушет и просто. План вылетел в трубу. В трубу. Продолжим. Ну и что у нас, давайте посмотрим. Но нет, это издевательство опять началось со стороны игры. Да, видите, он ранен просто. На 120 дней, это на сколько там? На 4 месяца. Я за миссию ничего не получу. То есть от чистой воды проигрыш. Ну, даже вот не знаю. Вот я реально не знаю. Если бы не ракетная установка, вот одним ударом там летальный урон, я бы, конечно, это... Может, так и оставить. Ну, или оставить так. Смысла не вижу. С одной стороны, вроде там город в голову тоже кому-то попал. Ну, чтобы вот так, блин. Танки просто пипец. Что самое главное, робот по ним их может только, ну, наступить. Стрелять по ним без толку. Так. Это, кстати, интересный контракт остался. Не, все. Подвижный металл. 15 дней. 2,5. А я бы туда перелетел, на самом деле. Ладно, арго. А, казарм давайте. Посмотрим. Каравелла. Фортерс вроде. Вроде ты, да? 120 фигня. 140 фигня. Фейсбук. Yes, при своих, видимо, остались, да? Саблезубка? Yes, commander. Да, я. Да, побит. 120 дней, я из этой... Не вылезаю. Так, и роботы огребли. По первое число. Не то, чтобы страшно, я починю. Все, подтвердить. Поэтому проще всего. Болт улетел черт насколько. Энфорсер тоже приехал. Ну что у нас? Двадцатка отъехала. А у тебя что, ничего больше не... А, нет. Модификатор руки оторвали. Так, ну поехали. Двадцатки. Двадцатка у меня больше нету. Смотрим в магазине. Оружие. Двадцатых тут тоже. Ладно, тафить им по-другому все это дело. Че у нас по баллистике? У нас одно баллистическое и 5 энергетических. Ну давай в энергетику. Вот сюда большой лазер, сюда десяточку. Там было 2 средних в той руке. Ну, со средним у нас все хорошо. Раз средний, 2 средний. Сильно греется, конечно. Бронька. Броньки у тебя довольно много, я бы сказал. Радиатор. Термобанк.
А вот это интересно. Отодвигают. Что значит плюс 30 максимально? Давай поставлю, посмотрю. Египетская сила. Термобанк может. Но это для большого робота. Так, ладно. А, боезапас. А, нет, оборудование. Радиатор. Радиатор. Да, перевес я знаю. А, боезапас. Десяточки. А, да. Десяточку у тебя давай в лапке. Сколько у тебя на десятку там? 8. 8 мало. 2. 3 тонны перевеса. А, большой лазер, возможно, лишний. Люблю баллистику, ну вы знаете. У тебя дамаг 65. У тебя дамаг 40. Плюс 25 к криту. Большой лазер, конечно, забавная штука. За что бороться? За лазер или за баллистику? Масса 5. Масса 12. То есть лазер я тут могу. Ого-го. Давай сюда нафиг. А, да, пушечка-то смотри, сколько весит. Обалдеть. Лазер я прям могу большие сюда жахать. Пять тонн, да. Можно. А туда средний. Но у него все на одну сторону ложится. Мне это очень не нравится. Пушченку можно пятерик поставить, может быть. 8 тонн. Перевес будет. Перебор. И у него прям... Хорошо. А давайте сделаем следующее. Ты сколько весишь? Тонну. Термобан. Пум. Радиаторов прямо на него давайте нагрузим. Мам, не горюй. Я не пойму, как вот это работает. Что тут у нас? Печенье не надо. Я вот понять не могу понять. Я поставил термобанк. Нужны ли мне радиаторы? Пошло тут просто. А, вот тут есть. На пушке, да, облизываюсь. Но 8 тонн нет, 8 тонн сюда не лезет уже никак. А, что сюда еще можно? Там стоит М-лазер, ну пусть будет. Давайте я вместо М-лазера поставлю огнемет. Это интереснее. Так, с лазерами все. С радиаторами. А, вот немножко перебора уже, да? Вот так. Ну вот так. Ну, такой кипятильник получился. Нормально. Термобанк просто у меня рука не поднимается в него ставить. Замены. Ну, пушку сохранил. Единственный плюс его, он пушку сохранил. Так, боеприпасы для двадцатки. Обломись называется. А у него не было. Модификатор руки оторвали ему. Вот чё. И РМД оторвали с боеприпасами РМД, да? То есть пушка у него столько и была. Прекрасно. РМД 4. И боеприпасы РМД. 1. В лапу. Модификатор руки, конечно, жалко. У меня есть 3 тонны свободных.
Вот сюда можно поставить аж две этих плевалки. Огнемета, допустим. И по тонне. Ну давай, я тут иногда постреливаю. Пойдет. Так, еще тонна. Лазер сколько весит? Тонна. Держи. Перегрев будет, конечно. Ну, броня, видите, у меня лапки слабые у него. Оно бы, конечно, хорошо бы, но лапки слабоваты. Ладно, будем манипулировать. Все, погнали. Час 05. Вот это я подвис в эту миссию. Все, погнали. Так, 9, 12. Ну и опять крафт там отъезжает там на неопределенный срок. Два болта починится одновременно. Ну, грифон, да, грифон быстро. Грифону легче всех обошлось. Ну, краб не самый последний инфорсер, дольше. Это тот, который разобрали сейчас инфорсера, наверное, да, 12 дней. Ну, до этого тоже там доходит очень редко. То есть. Так, ну, я вообще там в жопе мира всегда. А, да, 35 дней. Лететь пятнарик. Ну что, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.